почечная недостаточность. Почечная недостаточность – это патологическое состояние организма, при котором частично или полностью нарушается функция почек. Различают острую и хроническую почечную недостаточность. Причины возникновения. Причины острой почечной недостаточности – острые нарушения почечной гемодинамики, интоксикации различного генеза, инфекционные заболевания, острые заболевания почек, обструкции мочевых путей и нарушение оттока мочи, удаление почки, травма. Причины хронической почечной недостаточности – заболевания почек, нарушение обмена веществ, врожденная почечная патология, ревматические заболевания, сосудистые заболевания. Наиболее часто причиной хронической почечной недостаточности являются гломерулонефрит, врожденные аномалии развития почек, сахарный диабет, пиелонефрит. Симптомы. Алигурия, анурия, отсутствие аппетита. Диарея, тошнота, рвота, отеки конечностей, увеличение объема печени, заторможенность или возбуждение больного. Симптомы хронической почечной недостаточности. На первой стадии больные часто не имеют жалоб, возможны повышенная утомляемость, сухость во рту, слабость. На второй стадии жалобы латентной стадии учащаются и более выражены, увеличивается объем выделяемой мочи. На третьей стадии характерна выраженная слабость, утомляемость, жажда, сухость во рту, снижение аппетита, тошнота или рвота, иногда развивается тремор кистей, пальцев, боли в суставах. На четвертой стадии возникает эмоциональная лобильность, сонливость днем, неадекватное поведение, заторможенность, нарушение сна. Больной имеет характерный вид. Возможна гипотермия, зуд кожи, запах аммиака изо рта, неукротимая рвота, вздутие живота, диарея. Виды заболевания. Преринальная стадия происходит, когда почки не повреждены, но их функции нарушены в результате общего нарушения кровообращения. Ренальная стадия происходит в результате повреждения почечной ткани. Постринальная стадия происходит, когда моча не выделяется из-за нарушения проходимости мочевыделительных путей. Стадии острой почечной недостаточности – начальная, олигоанурическая, полиурическая, реконвалесценция. Стадии хронической почечной недостаточности – признаки нефропатии, скорость клубочковой фильтрации понижена. На второй стадии возникают признаки нефропатии, скорость клубочковой фильтрации понижена еще сильнее. На третьей стадии скорость клубочковой фильтрации понижена еще сильнее. И так далее до пятой стадии, на которой скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл в минуту. Диагностика. Методы диагностики: анализ суточной мочи, белок в моче, биохимический анализ крови, биохимия мочи, анализ крови клинический, анализ мочи общий. Наиболее показательны: максимальная относительная плотность мочи, величина клубочковой фильтрации, уровень креатинина в сыворотке крови. Действие пациента. При возникновении признаков недостаточности функции почек необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение. Зависит от причины развития. При преринальной недостаточности показаны мероприятия, направленные на нормализацию общего кровообращения. При постринальной недостаточности необходима нормализация оттока мочи. При ренальной недостаточности лечение зависит от стадии. Обычно применяют средства, повышающие энергообмен и кровоток в почках, средства, стимулирующие выделительную функцию почек, инфузионную терапию, гемодиализ, симптоматическую терапию. Важна коррекция водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса организма. Осложнение. Почечная недостаточность вызывает нарушение работы сердечно-сосудистой системы, нервной системы. При применении программного гемодиализа возможны тромбоз, инфицирование фистул, артеривенозных шунтов, тканей. Одно из наиболее серьезных осложнений – некроз коркового вещества почек. При отсутствии лечения недостаточности почек наступает кома, летальный исход. Профилактика. Профилактика хронической почечной недостаточности заключается в своевременном и адекватном лечении хронических заболеваний почек.